Всем привет! Вы на канале Аль Пачино. Сегодня вы увидите 10 крутых вещей с сайта AliExpress, которые, я уверен, вам пригодятся. Ссылки на них я оставлю в описании под видео. В конце же видео я проведу конкурс с прикольным призом. Приятного просмотра! Стильный супер маленький зонтик. Оригинальная идея подарка для женщин. Это самый маленький и самый легкий зонт. Он такой компактный, что его можно носить даже в самой маленькой дамской сумочке. Этот зонт для тех, кто ценит удобство и качество. Ведь несмотря на свои размеры, он прекрасно защитит вас от дождя и устоит под резким порывом ветра. Зонт будет отличным подарком жителю города, где компактность ценится на вес золота. При длине в 17 см почти не занимает места, весит 195 граммов, спасет от неожиданного дождя и пригодится в поездках. Сделан из полиэстера, поставляется в чехле. Зонт механический, цена около 500 рублей. Крутой магнитный пластилин. Умный магнитный пластилин – загадочная вещь. В нем содержатся миллионы магнитных частиц, которые реагируют на магнитное поле. Чем сильнее магнит, который рядом, тем интереснее ведет себя пластилин. К обычному магниту пластилин просто притягивается, а во взаимодействии с более сильным магнитом его можно зарядить, и тогда пластилин сам будет магнитить все, что угодно. Пластилин состоит из мягкого материала, приятного на ощупь. Это увлекательная и познавательная игрушка для детей и взрослых, помогающая снять различные стрессы, усталость и привести в порядок свою нервную систему. Из этого пластилина легко вылепить фигуру любой сложности, а при ударе по нему твердым предметом он разлетается на кусочки. К счастью, его можно потом собрать и использовать дальше. Умный пластилин – занимательный подарок, который привнесет в вашу жизнь новизну и создаст на долгое время отличное настроение вам и детям. Цена 200 рублей. Ну а эта штука будет полезна не только детям, но и их родителям. Встречайте, настоящая заправочная станция для ваших любимых напитков. Диспенсер для напитков не занимает много места. Он прекрасно будет смотреться на кухне, заменив скучный бабушкин графин. И уж точно будет незаменим на любой домашней вечеринке. Установите открытую емкость со стандартным размером горлышка и начинайте пользоваться. Такой аксессуар станет не только хорошим украшением для домашнего бардачка, но и поможет наладить разлив во время взрослой вечеринки. Да и наполнять стаканы таким образом значительно веселее. Удобен в использовании. Благодаря качественному материалу он не подвержен коррозии. А самое главное, что ни одна капля драгоценного напитка больше не будет упущена мимо. Подходит для 6 бутылок. Цена 1800 рублей. Автомобильные освежители воздуха в виде зверушек. Симпатичные автомобильные освежители воздуха крепятся на вентиляционные отверстия, создает позитивное настроение и наполняет салон автомобиля приятным ароматом, устраняет резкие запахи, в том числе и табачный. Ароматизатор в виде таблетки с нежным запахом устанавливается непосредственно перед использованием, что позволяет сохранить стойкость аромата надолго. Продукт оригинальный и уникальный. В вашем авто это будет эксклюзивный аксессуар, что создает позитивное настроение и содействует наилучшему распространению аромата по салону. Цена 400 рублей. Помните популярные развлечения из комедийных сериалов, когда герою отправляют в лицо торт? Хотите попробовать на себе, каково это, и испытать судьбу? Тогда эта штука для вас. Настольная игра Pie Face. Невероятно уморительная, увлекательная и предельно захватывающая игра. Pie Face уже стала по-настоящему культовой игрой во многих уголках мира. Стоит только оказаться в коробке с игрой Pie Face в руках, как тут же перед глазами начинают всплывать забавные сценки из комедийных фильмов и смешных розыгрышей, в которых аппетитный торт или пирог угождает прямиком в лицо одному из персонажей. Процесс игры заключается в ожидании внезапного срабатывания механизма русской рулетки. Игрок крутит стрелку на табло и в соответствии с выпавшим числом вращает ручки на механизме несколько раз. В какой-то момент одному из участников обязательно повезет, и именно он получит торт в лицо. Вы сразу почувствуете, насколько увлекательная игра, купив лишь один баллончик сливок для бесконечного веселья. Цена супер игры 650 рублей. Аппетитные часы на кухонной стене. У большинства людей на кухне висят настенные часы, и почти во всех случаях это вполне обычные, может даже и скучные часы. Но ведь всегда можно привнести разнообразие и добавить интерьеру оригинальности. Для этого можно заменить обычные часы на нечто потрясающее. Часы в виде сковороды с жарящейся на ней яичницей. Станет отличным элементом декора и украсит любую кухню или другое помещение. Такими часами можно удивить гостей, и они могут стать оригинальным подарком знакомым и друзьям. Часы выполнены в виде настоящей сковороды с тефлоновым покрытием, и стрелки сделаны в виде столового ножа и ложки.
Такие оригинальные часы не только украсят интерьер вашей кухни, но также позволят вам не забыть в спешке на работу о своем завтраке. Главное, не перепутайте их с настоящей сковородой с яичницей или омлетом. Цена креативных часов 470 рублей. Проекционная лазерная клавиатура Magic Cube. Это виртуальная клавиатура, которая позволяет напечатать текст на любой ровной поверхности. Есть возможность подключения проекционной клавиатуры к персональным компьютерам и ноутбукам, а также абсолютно к любым Bluetooth-устройствам, то есть владельцам Apple, а также любителям Android-систем. Установка драйвера не требуется. Magic Cube способен непрерывно работать до 2 часов при беспроводной связи. Печатать можно даже в темноте, так как на поверхности все клавиши будут отчетливо видны. Цена 1700 рублей. Крутой балансирующий робот на дистанционном управлении. Этот робот может ездить, танцевать и даже боксировать, если у него есть такой же соперник. В комплекте идет поднос, на котором этот робот сможет вам что-то принести. Это может быть и напиток в жестяной банке, и пульт управления от телевизора, и даже зарядка от телефона. Главная особенность робота в его способности сохранять центр тяжести во время перемещения, что позволяет ему быстро добраться до нужного объекта, легко объезжая, маневрируя между препятствиями. Процесс управления также доставит вам массу удовольствий. Управляется робот со смартфона или планшета, также реагирует на движения и жесты, благодаря интегрированной сенсорной 3D-системе. То есть, по сути, мы имеем дело с искусственным интеллектом. Сделан чудо-робот с высококачественного пластика, работает от 4 батареек 3А, цена 2250 рублей. Вы любите попкорн? Свежий, ароматный, вкусный, это же пища богов. Особенно, когда вы смотрите интересный фильм. Представляю вам аппарат для приготовления попкорна в домашних условиях, который позволит готовить попкорн по различным рецептам. Вы сможете сделать соленый, сладкий и даже карамельный попкорн. Аппарат маленький, занимает чуть больше места, чем кухонный комбайн, но производительный. Большая чашка попкорна всего за минуту, свеженького, хрустящего, вкусного, ароматного, в любое время дня и ночи и без всякого масла. Это просто отличная находка для тех, кто любит смотреть фильмы с попкорном. Попкорница легко моется и всегда готова к работе, просто идеально. Цена 1700 рублей. А это силиконовая водонепроницаемая лента Flex Tape. В хозяйстве эта лента точно не будет лишней, так как с ее помощью вы сможете остановить любую утечку воды. Высокое процентное содержание синтетической резины придает изделию эластичность и приспосабливаемость к любым поверхностям. Лента не плавится, не содержит запахов, обладает высокой изоляционной стойкостью к конденсации, коррозии, теплу и шуму. Ленту можно использовать для изоляции горящих и холодных труб, особенно в холодильных установках и установках кондиционирования воздуха, а также там, где невозможно сделать изоляцию должным образом. Незаменима при выполнении работ в труднодоступных местах, у вентилей и отводов, а также для защиты соединений и изоляции. Цена всего 750 рублей. Ну вот и конкурс. Приз конкурса получат те, кто подписан на канал, поставил лайк этому видео и написал в комментариях прикольный стишок. А призом у нас сегодня будет умный магнитный пластилин. Розыгрыш я проведу, как только мы наберем 20 лайков. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока!